Привет, друзья! Меня зовут Петрик Александр, я комьюнити-директор, и я вам сейчас проведу небольшую экскурсию по нашему офису. Пойдем! Я хочу представить вам команду Product Team, которая отвечает за производство продукта, одним из важных элементов, который является наш Wallet. Это мои коллеги, которые занимаются производством. Все, что вы встречаете в наших социальных медиа, в наших каналах, в наших пабликах, графику, видео, это все дело их рук. Здесь два рабочих места пустуют, потому что здесь сидят мои коллеги, которые занимаются нашими ивентами. В частности, они сейчас в Лондоне проводят наш очередной митап. В этом кабинете располагается наш HR, который занимается селекцией самых лучших кадров для компании Waves. Идем к разработчикам. Не позволяют заходить туда с камерами. Это одна из самых комфортных переговорок, она деревянная. В офисе все сделано для того, чтобы здесь можно было отдыхать, работать, отдыхать и работать. Вот. Отдыхать времени нет. Здесь у нас располагается техническая команда в лице DevOps, а также, кстати, BizDev, что не является совсем технической, но отсюда мы получаем новости о том, на какую биржу будет залистен в ближайшее время Waves, либо какая интеграция в ближайшем будущем ждет нашу платформу. В офисе Waves работает более 70 человек. Компания может предложить интересную работу и дружный коллектив. Пока! Thank you.